Захожу утром в кухню и вижу лужа. Просто огромная лужа. Вплоть до... Вообще на всю кухню просто. До сих пор я не убирала, потому что это вонь какая-то. Вот как будто помойка потекла. Дети испуганные стоят. Это арбуз потек. От него воняет. Я даже не знаю, как вот. Он еще и трещит. Немножко вот как трещит. Как вот так вот. Жжж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 
От арбузиков ничего страшного не случится, а страшное можно... Лиза, куда идешь? Никуда идешь. Сейчас много люди травятся. Вот, кстати, я вчера пост написала по поводу температуры. Люди написали, что кушали арбузы. Вот видите, что происходит? Пожалуйста, не ешьте арбузы, и мы не будем. Обратно уже не делается. Это чтобы дети не открывали. Вот такие вот маленькие, вот как он. Сколько, смотри, красок засунул в рот. За это у нас все еще выздоравливает. Пей чай надо. Алый, мам, алый, ему нравится белый. Роз. Ох, роз. Кто мне будет помогать? Плюшки делать. Я по малиновый. Тогда на кухню пойдемте. Сейчас 15 секунд покажу, как скручивается плюшка. Значит, берем вот так вот ее в трубочку, загибаем, отрежем, и получается сердечко. Вот такое вот. Это плюшка будущая. Вот еще одна плюшечка. Проснулась плюшечка. Вся в слезах. Дали кусочек теста, обрадовался сразу. Елизавета тут научилась делать плюшки. А тем временем у нас уже готовы. Вот они подрумянились. Мама, а можно мне тоже взять? Конечно, можно. Нужно? Отсюда. Нет, вот отсюда. А, вот отсюда? Помощники пришли. Вот наши плюшки. Это постные плюшки, я рецепт попозже дам. Тут топится, да? Вот мы первый класс, вот где Варвара? Сзади. 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 Возвеши за нас наставниче монахов и совете. Своими пирожками нельзя. Не вот, пусть, кстати, да. Мы наконец-таки встретились с Павлом Островским. Вот сколько лет прошло с тех пор? Меня угостили они своими пирожками, которые сделали на Сергея Радонежского. Нет, на Серафима Саровского сделали. В сторис видели, кстати. Умоляю. Я потом не сплю, мне проклянет, еще думаю, там разные. Надо по-другому смотреть. Ты, наоборот, ты делаешь благо человеку. Ты освобождаешь вот этих социальных сетей. И теперь он свободно может жить, собирать грибы там.